встретить вас на своем канале. Еле дотерпела, чтобы не распаковать, но терпела, собрала и хочу вам сегодня показать. Так, 5 посылок. Вместе с вами распакуем. Здесь, по-моему, одна посылка с Китая, все остальные наши. Не помню, что. Вместе будем смотреть. Не обращайте внимания на посторонние звуки. Сейчас, пока щенок растет, они будут постоянно. Хрюкает, ходит, он не понимает, поэтому прошу меня за это заранее извинить. Я думаю, что это будет во всех видео. Плюс еще он может подойти, грызть что-то, не знаю, вот сейчас бродит. Пока спит, стараюсь снимать, чтобы было тихо, но так как он бульдог, он постоянно хрюкает. Так, все тихо. Будем показывать посылки. Так, давайте начнем вот с этой маленькой коробочки. Что здесь такое? Ты тоже будешь со мной сидеть и смотреть. И не хрюкай только. Так, сейчас распакую. Единственное, я не люблю распаковывать эти коробки. Так, что же здесь такое интересное? Что я заказала такого интересного? А, я заказала новые гель-лаки. Ура, 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 они пришли. Так, это у меня, знаете что, для того, чтобы снимать гель-лак, к тому же я заказала такие штучки классные, туда заливаешь, одеваешь, ну, пока соли я заказывала, пока не пришли. И здесь у меня лаки. Я выбирала, не знаю, когда по сайту выбираешь, да, цвета, не знаешь, какие придут. Вот они. Сейчас бросаю, буду шунгом. Смотрите, смотрите. Потом, конечно, я вам покажу более подробно, что за цвета. Так, жидкость у меня закончилась. Я взяла, смотрите, какие цвета я заказала. 172. Ух, ух, какой цвет. Так, по-моему, я светлый заказывала. Я хотела белый лак. А, это с блесками. Тихо. Так, база. И такой вот цвет еще. Классные цвета, вообще супер. Ну, это понятно, топ. Нетерпение, что в этой посылке. Шунгам, я не могу. Он забрал бумагу, сейчас будет рвать. Не то бежать, не то бежать отнимать, чтобы не мусорить. Так, я заказывала две вещи. Это блузка и свитерок. Смотрите, они какого одинакового цвета. Сейчас покажу, что здесь. Так, следующее. Это, я думаю, что книга. В последнее время я заказываю книги. Уже говорила вам, почему я заказываю книги. Так, это называется книга «Голая статистика». Самая интересная книга о самой скучной науке. Так, ну что, будем читать. Следующая посылочка. Что же в ней такого интересного? Так. А в ней, знаете что? Кондиционер и шампунь для того, чтобы ускорить рост волос. Вы видели, наверное, да, что я постриглась очень настолько, по-моему. Решила сделать эксперимент. Вот начну прям вот, буду записывать, из видео делать, на самом деле, насколько выросли, как. То есть, скажем так, видеодневник роста волос при помощи вот этих вот средств, шампунь и бальзам. Здесь хватит надолго, кстати, здесь 250 мл. И называется кондиционер для ускорения роста Hair Jazz. И шампунь точно такой же. Ну и еще одна коробочка, любимая моя, я сделала заказ, это или New Beauty Box, или L-Box. Сейчас раскроем и посмотрим. Это L-Box,
Я еще не видела, что там. И сейчас я вам покажу. Так, как я люблю эти коробочки. Весна попросила передать вам привет. Привет, привет. Привет, привет. Так, ну что ж, что же в ней такого? Органические оттеночные бальзамы. Потом тоник для лица. Очищающий пилинг гель с чем-то. Лак для ногтей от Люмине. Диваж помады блеск. И восстанавливающее аргоновое масло для волос. Так, дальше. Так, это что у нас такое? Очищающий пилинг. Вот гидролат гамомелиса. Тут два в одном. Хочу попробовать. Давно хотела, кстати. Цвет такой классный. Так, что-то здесь открылось. Хорошо, что запаковано. Какая малюська. Так, есть подарок. Практически в каждой коробочке. И вот она. Какого цвета на этот раз? Это не я хрюкаю. Это у меня собака хрюкает. Это у меня бульдог. Номер 208. Кстати, они классные. Они не только там придают оттенок, но очень хорошо увлажняют. У меня губы такие сухие. Так что все, коробочка. Так что все. Все мои покупочки. Сижу. Это на джемперочке, кстати, понравился, мягкий такой, уютненький. Гора мусора, теперь вся по квартире, буду собирать, выкидывать. Я надеюсь, вам нравится подобное видео, дайте мне знать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.